Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас мы летим, бежим дальше прокачивать наших покемонов. Сейчас, секундочку. В принципе, да, ребята, мы бежим дальше прокачивать наших покемонов. В принципе, что нам еще делать сейчас? Нам хотя бы как минимум нужно прокачать Старавию, чтобы... уже хотя бы полететь куда-то. Так, Арбука давайте сейчас забабахаем. Девоту еще так нормально. Старави еще тоже так. В принципе, я так думаю. Или сейчас нам уже, ребята, купить парочку раркенди, чтобы уже их прокачать. И мне кажется, в принципе, нормально будет. Но хотя... сейчас, короче, посмотрим. И, в принципе, уже и магмар должен быть 50... Твою ж... выручишь. Ладно. Арбук, выручишь. Арбук. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Так. Убил. Сейчас давайте вылечим. Так, ребята. Так, ребята. Чё, опять идем в горы? Хотя... поищем. В принципе, в то же время и прокачаем наших покемонов, мне так кажется. Я побывал немного, ребята, в шахте. То есть у меня нормально я так ресурсов добыл себе. Парочку алмазов нашел, немного железа нашел. А где все железо? А вот оно, походу, жарится, да, вот тут? Да. Так. Ну что, ребята, топаем мы опять в горы. После гор, ребята, в принципе, я говорю, как только мы прокачаем хотя бы ту же Старавию, там, 5 уровней. Или знаете что, ребята? Или давайте-ка мы все-таки... тут нужно себе какой-то подъем сделать, чтобы... да то хрен заберешься оттуда. Еще и Пиджота заспавнился. Знаете что, ребята? Короче, сейчас мы себе купим... купим золото и пойдем себе сделаем... Рар Кенди, пару штучек. Мне так кажется, в принципе, нормально будет. Ух, ни хрена себе, 62, 92 уровень. Чё за хрень? А, то есть хилиться так можно, да? Это норм. Или это у него атака какая-то такая нереальная? Слушай, ты охренеть, это что за хрень? Это у Пиджота такая атака? Что он так лучше хилится, чем тот же Милтанк? Если так, то Пиджота ты походу... смотрите. Если не хилишься, то убегаешь. Если не убегаешь, то... то хилишься. Если не хилишься, то убиваешь с одного удара или со скольких там. Ух, охренеть, убили. О, ни хрена себе, 2 XP-шер сразу. Так, это у нас там кто? Гулдин. Гулдина тоже можно убить. Старавия 31 уровень. Там еще и Сикинг. Так. Нужно было вылечить, ну хотя мы его и так убьем. Отлично. Так, ну, в принципе, да, Старавия 2... хил. Ай-яй-яй-яй-яй, ладно, ладно, убегаем, убегаем. Старавия 31, что мне нужно? Яблочки есть, тут у нас... сейчас. Возьмем, ну, допустим... а, у нас и тут есть 8 штук. То есть нормально, ребят, мы уже можем сделать. У нас же там 8 яблок было, я не помню. Откуда? Или это мы сделали тут... ах, откуда у нас там 8 золотых яблок? А, или мы просто сделали и положили туда? Или я начитерил? Да ладно, шучу. Не, ну, в принципе, я просто не понимаю, откуда. Это мы сделали и положили их туда? Или мы позже сделали, когда мы... мы сначала сделали, наверное, в Раркенди... потом их всех потратили, и когда мы уже полностью прокачали наших покемонов, у нас еще там осталось и золото, и
и золото, и вот это, и пару лишних яблок, что мы, наверное, себе потом еще и сделали, и парочку вот этих золотых яблок, из чего там осталось, то сделали их себе, наверное. Хотя я не помню. Ребят, чтобы вы меня не считали читером, я и не хочу, чтобы меня считали читером, я их удаляю, потому что... Может, это немного глупо, потому что... Могут обвинить, что ты там читер, да? Сам не знаешь, откуда у тебя яблоки появились, но они у тебя есть. И сейчас еще сам рассказываешь, что не знаешь откуда, но используешь яблоки. Поэтому я не хочу, ребята, чтобы считали читером, что я себе яблоки начитерил. Просто я реально не помню, может, мы сделали себе... давно, или может я забыл, но ладно тогда. Так, это нет, это вот так давайте. И пойдем себе купим, ребята, яблоки, то не яблоки, яблоки у нас есть. Ну вот это, да, вот это, вы поняли, золото, золото, вот оно. Купим себе, в принципе, охренеть, то есть нормально. Так, вот у нас... Да, в принципе, вот тут давайте сделаем. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И вот сюда. 12. Отлично. И сейчас, ребята, делаем себе. Мы делаем раркенди. 14 штучек. Это мы вот ставим вот сюда. У нас почти 50 уровень. Ни хрена себе. Нам бы как раз по ниту бы словить было бы вообще охрененно. Но она мелкая такая, но... Ладно. Люксрей. Да, в принципе, потом еще слоем. Ну, только... У нас же нет огненного покемона на следующую команду. Вот что я забыл. То есть, ребята, нам нужно или Синдаквила, или того же Тепига, или... Не ту же Пуниту, чтобы не париться с огненным покемоном. Но кого-то, ребята, нам нужно, нужно найти, потому что вот так не очень будет. Она вроде на каком она там... Хрень я знаю, давайте вот это. Вот, отлично. Нужно, ребята, кого-то найти. Или Тепига, или, говорю, или Синдаквила, или Пуниту можно... А у нас Гравлит есть, точно, вот, нормально. То есть еще на одну команду у нас, можно сказать, есть тот же Гравлит. Но потом еще нужно будет кого-то найти 100%. О, так, еще бы можно вот это. И вот там еще один босс. Иди вот-то давайте. До 36-го, да? Да? Ух, ну что, самурод, сейчас ты всем там будешь. Мне так кажется. Еще кому бы пару уровней прокачать? Ну, Магмару нету смысла, то есть, когда мы докачаем всю нашу команду, он уже будет 60 уровень, если не больше, мне так кажется. Глума, я не знаю, придет какой красавец, да, самурод. Слэш. Да, в принципе, вот так. Во. И Старраптор. Во. Глума, Люксрей или Арбок. У нас есть еще 8 штук. Хотя, в принципе, давайте на потом их оставим. Зачем сейчас мы будем их тратить, если можно на потом оставить? Кто там у нас? Риолу. Поэтому, в принципе, ребята, давайте... Да нет, не на Магмаре полетели, а на Старрапторе. Да твою ж, не на Арбаке полетели, а на Старрапторе полетели. Вот, давай. Полетели, полетели. Так, отлично, ребята. Вот мы уже хотя бы летать можем. Сейчас мы тут, в принципе, нам уже и глиняные биомы можно искать на том... Охренеть у него. Прикольный покемон такой. Не, ну, в принципе, я говорю, ребята, мы уже и глиняные биомы можем искать, потому что уже можем летать, можем быстрее передвигаться. Если, конечно, глюч не будет за генерацию, но это как бы понятно, что оно иногда может подвисать. Ну, как бы подвисать из-за того, что генерируется, да, это там у нас кто... Джудут. Тот же говорю, ребята, мы уже можем и летать, мы уже можем и быстрее передвигаться, и сейчас нам уже, если честно... Да не ты, зараза, чё ты? Ух, охренеть, как мы попали.
Так. Вот что я думаю, когда нам бы эволюционировать Глума, ну давайте где-то, допустим, на 40-м уровне, 40-45-й, я, наверное, его все-таки эволюционирую сначала с камнем, ну, вот этим лиственным камнем, а второго одиша, который у нас есть, мы потом прокачаем и, наверное, все-таки солнечным прокачаем. Но это уже потом. То есть сначала нам вот этого нужно прокачать, да, Глума. Ну чё, Риулу? Никак? Не? Не, ну понятно, что он прям не так уж и часто спавнится, да, да не старая. Роджинролла, экзекьют. У нас нету. У кого еще у нас нету? Ну, в принципе, да, вот этих ребята все-таки нужно ловить, потому что у нас их нету, а нам нужно ловить всех покемонов подряд. О, Шайни. Да не ты, а вот слазь ты уже. Вот, дайте нам яички. Где? Вот яички. Идите сюда. Давай, 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 там на Шайни ждет. Отлично. Побежали, побежали, словили мы яичечки. И сейчас, может, еще и Шайни словим, если вырвемся с этих хащей или что это тут. И вот нам нужно. Да нет, что ты, Магмар, ты очень полетать хочешь? Ну, я случайно его вызываю. Нет, не случайно, он сам вырывается просто так. С покебола, пум, летать хочет. Вот. Словишься так? Или силу применить? А? Видите, ребята, тактика против Шайни. Запоминайте, записывайте. Или это просто против Клефери? Ну, может, фиг его знает. Так, пожрем. Вот, точно, орб. Прокачаем орб, ребята. И, в принципе, можно уже тогда и... И Молтреса, то есть алтарь покупать. А сейчас полетаем. Ну смотрите, ребята, не будем же мы летать на одном месте в том же поиске Риолу. Потому что это, в принципе, и долго будет, мне так кажется, если мы ее будем только искать. А давайте-ка мы, в принципе, полетим по дороге в то же болото. Или просто-напросто будем прямо лететь. Может, например, найдем еще одни вот эти горы и там попытаемся найти Риолу. Или, например, найдем ту же глиняную биому по пути, фиг его знает. Сейчас о, ну сначала давайте словим тех покемонов, кого у нас нету в этой биоме. Вот зараза, а! Толстожопый такой, что покебол разломал. Ты чё, вообще никак? А он чё, так даже не хочет? Вот. Отлично. Так. Отлично, словили. Три покемона, ребята, мы уже словили. Трех. О, кофинг там. Это наш, да. Кофинг, кофинг, кофинг. Иди-ка ты сюда. Тебя у нас тоже нету. А нужно бы. Так что сейчас мы тебя попытаемся словить. Тебя пока нет. О. Это уже Визинг, да? Или... Визинг нет. Нам бы реально Коффинга нужно словить. Этот Глейгар не словился. Его тоже можно словить. Ох, ты ж ладно. Хочешь бой? Держи бой. Против Глума. Мы уже 10 ультраболов, ребята, потратили на... Только на этого Глейгара уже четвертый или какой-то. Третий. Ну, сейчас будет четвертый. Во! А сейчас...
Там еще маг был или кто там был. В принципе, его тоже нужно словить. Того же Коффинга нам нужно словить, ребят. Отлично, четвертый покемон, ребята. Четвертый. Так, Драпион нет. Винунат, точно. У нас еще Винуната нету. Вот куда он улетел. Ну хотя бы ты не выкобыливайся. Ладно. А вот так. О, словился. Коффинга нету, да? Только визинги тут всякие. Нет, да нет. Спасибо, ты уже у нас есть. Спасибо, спасибо. Нет, нет. Ты уже у нас есть. Вот Дроузи бы тоже нам словить. Их как раз тут куча. Одного заберем, если получится. Это у нас там... О, охренеть, так быстро словил. Словился. О, тебя у нас тоже нету. Залезай! Нет, тот Дроузи не словился. Эта зараза тоже не хочет ловиться. А вот так. А еще раз вот так. Нет. А еще раз. Тоже нет. Но вот сейчас 100%. Ладно. Охренеть, что-то так покеболы летят, что хрен замечаешь. У того кинул, туда кинул, оттуда забрал, может, один. Вот. Еще и дрифла нас ловили. Друзи! А ты вообще никак. Мы тебя уже второй раз ловим или какой? Третий? Ох, охренеть, сейчас так быстро словился. Это какой уже? Шестой покемон за эту серию? Не, ну в принципе нужно вот так набирать покемонов, чтобы потом был выбор, кого прокачивать, а нет тех, кто у нас есть. И только их прокачивать. А чтобы был реально выбор. Хаунтер. Дрифт. Давайте сюда, чтобы не переплывать. Сюда, 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 сюда. А, пожрать, я думаю, что он остановился. Чё бы зубата тоже. Точно. Не гулбата, а зубата. Но зубата я не вижу. Ну и так его нужно. У него же... Так, ладно. О! Чё, может уже Глума эволюционировать? Это кто у нас? Граймер, 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 Граймер. А вот так... Нет, ты что-то пожирнее будешь. Ладно, мы тебя сейчас задроиним, мега-дроиним. Да, это я так. Так. Отлично. Еще вот так. И вот так. Залезай, не выкобыливайся. Давай, быстренько, быстренько, быстренько. Давай, просто залезай. Не нужно тут всякие тут штучки свои, дрючки. Отлично, видишь? Это нужно всех поуговаривать немного, а они сразу запрыгнут. Вот Коффинг. А то что-то визинги да визинги. Ты запрыгивай, тебя даже уговаривать не буду. Чё тебя уговаривать? Ладно, не получилось. Ладно. Тут может поменьше кто-то будет. Вот, 23-й, 32-й. Ну, этот 100% словится, даже не нужно оглядываться, ребята, это уже 100%. Так, ладно. Вы какие-то кофинги недружелюбные. Ладно, сейчас мы тебе за мега драиним. Наш Глум вообще такой драинчик, что сейчас все. Вот, а, нужно было его усыпить, но... Ладно. Ну, ты и так залезешь 100%. Это понятно? Ну, да, понятно. Так, это сюда. Охренеть, это уже седьмой или восьмой покемон за эту серию. Это, в принципе, нормально. Полетели мы сюда. Прогуляемся по равнине. Посмотрим, что там у кого как дела. У кого. Так, зубата бы тоже не помешало бы словить. Так, реально бы не помешало. И ловим. Охренеть. 38 ультраболов уже. Это кто там? Кто там был? Кто там был? Я кого-то видел. Не убежишь и не пытайся.
Я кого-то там видел. Нет, не тебя, Кадабра. Ариадс. Ну ладно, не будем мы его трогать, лучше убьем. Или он у нас... Я не помню, есть ли он. Ну, это, походу, вторая эволюция того другого. Ну, ладно. Прогуляемся по равнине. Говорю, посмотрим, у кого там как дела. Зороарк, ты нам не нужен. У нас есть Зоруа. Пунита еще бы не помешала. Вот. Так. О, как раз нормально. И вот. Твою. Залезай, Пунита. Не надо выпендриваться. Я знаю, ты и так залезешь. Вот. И полетели мы дальше. Ладно, видите, ребята? Никто. Шайни. Эконс. Не хотят нам говорить, как у них тут дела в равнине. Не выходит босс равнины, да? Да, Райклаза, да? Ну, это еще кто? А, Спиру, что-то мне показалось, как так хрен его знает. Вот, точно. Глум. Ну да, Глум, в принципе. Нет, ладно, Магмар. И еще раз. Отлично. Вот так. 34, 33, 53, 36, 34 и какой-то Марбок. Еще Шайни. 33. Арон. Арон у нас тоже уже есть. В принципе, он был в первой команде, да? Поэтому не нужно. Полетели дальше. Тут у нас горы. Тут опять болото. Охренеть, я не знаю, ребята, сколько мы будем искать вот эту. Сколько мы будем искать глиняную биому, если честно, если ее вообще найдем, то, в принципе, уже нормально будет. Но искать ее реально, мне кажется, охренеть, как долго будем. Вот там еще есть горы, пролетимся через горы. И нет, на боссов я не буду пока что. Если они еще и в воде, то лучше мы вот тут пролетимся. Сейчас поищем, так говорю, вдруг кто-то да заспавнится. Вдруг. Кто знает, что на кого найдет, да, и кто где заспавнится. Вот говорю, вот лаги как бы при загрузке идут, это понятно. Это у нас там кто? Это у нас там Меганиум, да? Ну ладно, а если еще уменьшить, вот, например, на 5 за время прогрузки, то есть, когда она прогружается, она будет меньше лагать? Ты уже у нас есть свабу. Да, ты уже у нас есть. Райкваза! Спанься! Капут! Столько серий уже охренеть! Еще ни одного вот этого легендарного не нашли. В предыдущем сезоне, ну, или они вот так нереально порезали, что это вообще сдуреть можно. Или хрен его знает, ребята. В предыдущем сезоне охренеть. Там не скажу, что каждую серию спавнились, но охренеть, как спавнились легендарные. Тот же Мью просто сдуреть сколько. А вот тут я вообще ни хрена никого не вижу. Столько уже летаем, столько уже везде, можно сказать, были. Ни Райкваза. Можно еще, конечно, по океану пролететь. Может, Кёрч хотя бы надумает. И то вряд ли. Ну, я говорю, просто в предыдущем сезоне, там, на той версии... Ну, говорю, они, наверное, все-таки урезали, но сам факт, то, что на той версии просто легендарные... Ну, легендарные... Так, нормально спавнились. Говорю, та же Мью, охренеть, как спавнилась. А Райкваза там вообще баговская была, что... Ночью там...
под 10 райква спавнилось. По 10 нет, сколько там, 7-8 было, где-то так. Ну, когда и до 20 доходило, но это уже, ну, редко как бы. Но сам факт, что это был баг, но когда исправили баг в следующей версии, то и так спавнились вот эти... Хрень, сколько тут. И так спавнились райквазы, как бы не так прям часто, но нормально спавнились. А вот сейчас, или они вот так порезали вот этот спаун легендарных, что они точно долго вообще ни хрена не спавнятся. Или я просто не знаю, ребята, честно. Как они вообще это делали? Давай, ты тоже залазь. Потому что, охренеть, сколько мы уже ищем, ни одного легендарного. И то, мне кажется, что первый наш легендарный будет это вот. Молтер, с которого и то мы купим алтарь. Поэтому, ребят, я даже не знаю, это у нас кто. Дуктрио, кто же еще? Ну, вот так, мне кажется, поменьше вот это глючит, когда идет генерация, если уменьшить вот эту дальность. Ну вот тут что, тут сейчас эти, вот это биом охренеть как долго будет, мне кажется, а за этой биомой будет пустыня, за пустыней опять это биома. И сейчас нам нужно пролететь охренеть сколько, чтобы найти новую биому, или вот она. Опять равнина, да? Ну говорю, сейчас даже вот этот баг уже, ребята, не работает, если высоко подлетать. И в чат, в принципе, пишет, что легендарный заспаунился. Но я говорю, что что-то вообще ни хрена. Риолу, ребяточки, ребяточки, ребяточки. Сейчас бы еще словить и вообще охренеть бы было. Ух, ни хрена себе. Ты глум поосторожней, а то. Охренеть, ребят, мы уже и Риолу нашли. Нашли, но не словили. Словили! Вообще охренеть, ребята. Ну хотя бы Риолу нашли, это уже уже нормально, ребята. Отлично, реально отлично. То есть Риолу мы уже хотя бы нашли. Опять Дук трёх тоже еще. Фу, отлично, ребята. Вот это уже хотя бы что-то. Хотя бы Риолу. Ну Диглет, ну твою мать, то Дуктрио, то Диглет, ну может кто-то там на поверхности заспавнится, побольше так раз. А вот... Тайфлужин. Лучше бы Синдаквилл был. А не Тайфлужин. Нам бы реально лучше Синдаквилла для... команды, там где у нас будет... Еще один, ну, как бы нам нужно огненного покемона, да? И поэтому, ребята, нужно его искать. И говорю, Синдаквилла, или потом еще в ту же пустыню сходим, вдруг там найдем Тепига. Самурот там. Ладно, ребята, летим. А куда мы вообще летим? А мы вообще не... Мы давайте сюда полетим. Там мы уже как бы были, а сюда нет. И хрен его знает, кто тут заспавнится. В принципе, вот так полетаем. Вдруг глиняную биому найдем. Вдруг Пёрч там что-то погулять выйдет, как Риолу, да? Ну ладно, не как Риолу, это же все-таки Пёрч. Поэтому под охраной выйдет погулять. Но мы его все же как-то прищучим там. Ладно, не, я пошутил. Ты можешь спокойно выходить гулять. Мы тебя не будем трогать. Так же, как Райкваза, это вам просто на заметочку, чтобы вы не боялись. А Ми вообще может там разгуливать, мы тебя трогать не будем, честно. Это кто? Баттерфри. Баттерфри нам не нужно. Если ловить, то Катерпи. Поэтому, ребята, дальше. Острова всякие. Как кто у нас нету... Ну ладно, на островах это такое, ребята. В принципе, на островах мы еще там будем нормально, мне кажется, так времени проводить. Тот же орб прокачивать, как мы делали в предыдущем сезоне. Только на островах мы его и прокачивали, потому что там, в принципе, действительно вот так очень быстро качается. И поэтому на островах мы еще, наверное, словим всех покемонов. Я просто не прикалываю, ребята.
Или оно не пишет, или хрен его знает. Но вряд ли. То есть Мью так даже написала. Хотя как написала? Тоже была предыдущая версия Пиксельмона. То есть тогда, когда мы заспавнили Мью через вот это. Когда мы заспавнили Мью через баг. Точно, я вот теперь вспомнил, что мы ее заспавнили же через баг. А вот сейчас баг не работает, поэтому это и была предыдущая версия. И вот тогда как бы писала в чат, да, что оно... Ну, что Мью заспавнилась. Но это новая версия. Ну, хотя, мне кажется, вряд ли тут бы убрали вот это, что пишет, что заспавнился легендарный. Хотя все могут сделать, что им в голову придет, то... Ну, хотя вряд ли, ребята, все-таки, мне кажется, реально вряд ли. То есть, нахрена такое делать? До этой версии было, что... Писала, что заспавнились легендарные, а теперь убрали. Мне кажется, такого реально не может быть. Просто то, что хрен его знает, честно, ребята. Столько мы уже ищем. Столько уже летаем, а... Вот именно. Никто не спавнится с легендарных. Ну, хрен его знает, честно. Так, это у нас там кто? Magikarp. Кто же еще? А там у нас кто? Да, Спироу или Пиджиотто. Нет. Джудут. Ну, ладно. Так. Magikarp. Сейчас мы тебя... зажарим нашим магмаром. А, это у нас тут кто? Гулдин, Джудут. Куда бы пойти? В какую сторону бы пойти, ребята? Подскажите. 50 уровень, охренеть. За Magikarp'ом или за Джудудом? Точнее, за Гулдином. А не за Magikarp'ом. Ну, Джудут уже, наверное, 100% пропал. А вот это быстрая хренотень. Хрен попадешь. Или она где-то вот тут тусуется. Сикин, 74 уровень. А, вот кто босс. Охренеть, последний Сикин нас вдрючил. Вот я сейчас тоже вижу, что он не хочет сдаваться, как в последний раз. Поэтому лучше на Сикинга не нападать, мне так кажется. Твою мать, Сикинг! 74 уровень. Сейчас мы Люксреем попытаемся тебя. Хотя, может, и Ярбоком даже. Вряд ли. Хотя... Отлично! Ни хрена себе, сколько Арбоку опыта дало. Отлично. Так. Ну, вздрючил пол команды нашей, но все же. Полетели дальше. Это выкинуть, это тоже. Energy Ball, это можно... Так, Старраптор. Полетели дальше. Посмотрим, что там и как. Говорю, ребята, Гринин биом хрен найдем. Это что-то вообще. А там, по идее, и такие нормальные покемоны должны спавниться. Вот ты где. Снайперский прицел! Во! Не заставляйте меня снайперский прицел включать. Ну хотя... Я и так его не включил, ребята. Это я так просто сказал. Ну и так попал. Это у нас там кто? Джиглипуф? Нет. Это кто? Лампинт. Лампинта попытаемся убить. А вот так... Это мы попали, или это он сам, или это мы попали, оно заглючило и только чуть-чуть потом. Или нет, мы не попали, а просто там охренеть другой лампик 52 уровня был, и он не босс был. А вот сейчас... Вот сейчас попали. Главное, не убивай. Мы по-дружески пришли. Мы по-дружески. Поверил. Так, чё бы, байт, спарк, там...
Это... Нет. Вот это. Это тоже... Это тоже... Это тоже мы, например, выкинем... Вот это... Вот так. Ну чё, ребята. В принципе, на этом, наверное, уже всё-таки мы сейчас закончим эту серию. Хотя бы Риолу словили, это уже нормально. Сейчас бы, если честно, найти бы глиную биому, вообще бы охренеть было бы. Или хотя бы одного легендарного, потому что... Такими темпами мы вообще ни одного не найдем. А их 4 спавнится, или сколько там? Гроудон, Райкваза, Мью, Кьордж, да? Остальных мы, в принципе, уже можем купить. То есть у нас уже там до хрена алмазов есть. Ну, то, что... Ладно, мы их купим. А остальных что? Если они до сих пор ни один не заспавнился, то я даже, ребята, не знаю. Они что-то реально не хотят вообще никак спавниться. Ладно, давайте, короче, уже топаем домой. Ух, шайни. А у нас нету случайно. Давайте быстренько проверим. Быстренько, 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 пока не пропал, пока не пропал. Охренеть. Нет, по идее нету. Но сейчас мы посмотрим, там же должно быть показано, есть ли или нету. Где он? Купается? Ты там давай не умирай, не надо. А, нет, есть, видите, ребята, показано, что есть. Обычного я бы ловить 100% не стал. Я не знаю, давайте один на всякий случай используем. Хотя нет, ребята, у нас 100% есть шайни, то есть... Я помню, что мы его даже ловили, но ладно. Если не словится, тут тогда, ну ладно, словился, 30%. Ну, охренеть, то есть еще до хрена нам нужно ловить. А что, у нас реально нету? 100% где-то должен быть. Ну ладно, вот тут есть. Ищем. Вот. Тогда, ребята, убираем. Зачем? Если есть, то, в принципе, нахрена нам второй, да? Мяу-то у нас 100% нету. Словишься, словишься. Нет! Словишься. Все, ребята, давайте на этом уже закончим эту серию. Я уже просто засыпаюсь, я извиняюсь. Просто охренеть уже, что-то. Спать хочу, да, в принципе, уже и нормально так серия. Охренеть, сколько серия идет, в принципе, что-то реально. Ну ладно, ребята, не забываем, что... Что... Сборка в описании, то есть в этой серии уже как бы появилась сборка, да, в описании, ну вы уже, наверное, заметили. И, в принципе, ребята, давайте на этом уже закончим эту серию. Ставьте лайки, не забываем, ребята, чем больше лайков наберем, да, чем больше лайков наберем, тем быстрее выйдет новая серия. Если вам нравится, в принципе, Пиксельмон, ставьте лайки, я увижу, что вам нравится, у меня появится мотивация, и, ребята, новая серия выйдет быстрее. Поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.